Власти Чукотки подсчитывают ущерб, причиненный пургой. Непогода бушевала на территории региона 3 дня. Самый сильный удар пришелся на понедельник, 19 февраля. В Анадыре частично повреждены кровли нескольких многоквартирных домов и фасады на 2 зданиях. Специальные службы в ближайшее время приступят к ремонту. Кроме этого, в окружном центре порывами ветра повалены дорожные знаки, разбиты плафоны уличных светильников. Горячая пора у дорожников, им необходимо очистить от снега занесенные дворы. Экстренное заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций состоялось в Эгвикиноте. Там стихия повредила крышу центра образования в селе Канергино. Порывами ветра сорвало часть кровли площадью около 80 квадратных метров. К ремонтно-восстановительным работам там приступят, как только наладится погода. На учебный процесс это не влияет, все необходимые материалы есть в наличии. Ситуация под контролем главы муниципалитета Натальи Зеленской.